Во вторник в Самарской области облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, плюс 15, плюс 17 градусов днем, ночью 7-9, выше 0. Ветер северный 1-3, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани облачно, в дневное время плюс 17, ночью плюс 9 градусов, северный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти тучи, возможен небольшой дождь, днем плюс 16, ночью плюс 9, северный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, днем плюс 15, ночью 8 с плюсом, северный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 51%, в геомагнитном поле небольшие возмущения.